Привет, дорогие друзья! Вы на канале CryptoBaby. Сегодня мы с вами будем знакомиться просто с обалденным проектом. Наш проект называется World Cup in the Shape of Football. И давайте мы все-таки перейдем с вами к знакомству. Это первый токен чемпионата мира по футболу на эфириуме. Вы сможете испытать острые ощущения от победы со своими любимыми командами. Но, кстати, собственно, могут испытать острые ощущения и неплохо заработать не только любители футбола, но и многие другие, кто просто хочет заработать. Значит, создан он, кстати, фанатами для фанатов и поддерживается очень крутыми игроками, я вам позже обязательно покажу. World Cup Inu стал первым токеном на эфириум для поддержки чемпионата мира по футболу. Событие, которое любят и обожают миллиарды людей по всему миру. Миллиарды сердец бьются за FIFA каждые 4 года. Токен VCI использует уникальный подход, объединяя два крупнейших тренда футбола и ИНУ. Он является достаточно безопасным, так как его ликвидность заблокирована на 4 года в TM-Finance. Экосистема VCI состоит из множества уникальных утилит, включая ставки VCI, сетевые и PvP, джекпоты, SportsWatch и NFT. Также они сотрудничают с различными командами, группами NFT, World, Inu, MR и Inu и являются их стратегическими партнерами. Также их поддерживают футболисты Pro Elite, то есть их поддерживают Рональдиньо, Артура Видаль, Дани Алвес и многие другие. То есть даже Рональдиньо туда присоединился, ну просто очень крутой проект, так что обязательно приходите, знакомьтесь. По-моему, это любимчики, ну просто очень многих, насколько я знаю. Вы можете ознакомиться и также принять участие, собственно, и заработать денег. VCI Bits – это единственный в своем роде онлайн-портал ставок для ставок. VCI Bits – это полностью децентрализованная платформа для ставок, и в нем будут представлены ставки на чемпионат мира по футболу FIFA 2022, позволяющие держателям или же болельщикам делать ставки на свою любимую команду и участвовать в лотерейном пуле. То есть очень много всего и, естественно, можно круто заработать. Можете знакомиться с новостями, я вам оставлю обязательно ссылки. Также вы можете получить, разделить, так сказать, джекпот VCI NFT. И владельцы VCI смогут чеканить NFT всего за 0,05 эфириум. Каждая страна, участвующая в чемпионате мира, будет иметь ограниченное количество NFT в зависимости от ее шансов на победу в чемпионате мира. Также у них есть агрегатор данных Sports Tokens. Спортивные токены могут подать заявку на листинг в агрегаторе данных, который будет рассмотрен специальной командой. В отличие от других агрегаторов данных, у VCI будут четкие требования, чтобы иметь возможность перечислить ваш токен. То есть также открыты для сотрудничества. Собственно, здесь у нас будут все ставки, и здесь у нас общие, здесь у нас будут ставки УЕФА, ставки Европа и многие другие. То есть вы можете переходить, ознакомливаться, и совсем скоро здесь можно будет неплохо заработать, а это многое значит. Естественно, на DexTools есть у нас график. Можно также приобрести, собственно, токены за эфириумы. Переходите, знакомьтесь, обязательно ссылка будет в описании. Также они есть на CoinMarketCap, можно ознакомиться со всеми моментами, и они также есть на CoinGecko. Можно ознакомиться и, естественно, приобрести токены. Конечно же, в Твиттере есть своя страница, здесь какие-то последние новости, обновления, все самое крутое, как видите, наш любимый Рональдиньо, многое другое. Я думаю, здесь будет очень много приятностей, поэтому я желаю вам всем удачи, естественно, подписывайтесь обязательно, если вам понравился проект, если вы любите футбол, да даже если вы не любите футбол, подписывайтесь, следите за новостями, я уверена, здесь будет очень много халявы. Поэтому все ближе к чемпионату. Обязательно следите за новостями и всем вам удачи.
также у них есть группа в Telegram. Это вот такие ребята. Если же у вас будут какие-то вопросы, можете обязательно подписаться, и они вам с радостью помогут, но не откажут точно. Так что переходите, обязательно подписывайтесь. Что я могу сказать по поводу World Cup in the Shape of Football? Это очень крутой проект с футболом, собственно, связанный. Для болельщиков, для фанатов, от фанатов. Я желаю вам всем удачи, прекраснейшего настроения, ну и, конечно же, всем вам побед. Ну а мне ставьте лайки, дизлайки, обязательно пишите комментарии и не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока!